Самое читающее место столицы – московское метро. МТС и книжный сервис «Строки» запустили литературный AR-проект. Чтобы увидеть книжные миры в дополненной реальности, нужно отсканировать QR-код на постерах и навести телефон на карту «Тройка». Для проекта выбраны самые яркие книжные эпизоды, чтобы пассажиры полностью погрузились в произведения, которые можно продолжить читать в «Строках». Погружайтесь в книжные миры с сервисом «Строки» от МТС.